Всем привет, меня зовут Полина, знакомое место. Да, я снова у родителей. Все потому, что нас перевели на дистанционное обучение, мы сдали все экзамены. И с сегодняшнего дня, 24 января, у нас начинается второй семестр. В 8 утра у меня первая пара. У нас появились новые предметы, и мне нужно будет сделать новое расписание, поэтому я сейчас буду этим заниматься. Хочу поделиться с вами каналом, который в последнее время меня очень вдохновляет, мотивирует и поднимает настроение. Есения очень энергичный, творческий и жизнерадостный человек. В своих видео она рассказывает о планировании, саморазвитии и любви к себе с юмором и особой атмосферой. Ссылочка на ее канал будет в описании под видео. Доброе утро! Я обожаю свою жизнь и каждый день делаю что-то для того, чтобы становиться лучшей версией себя, без токсичности и с огромной любовью к себе. И если ты хочешь изменить свою жизнь в лучшую сторону или просто поднять себе настроение, то присоединяйся к нашей дружной семье. Я уже сделала расписание, вот такие вот у нас лекции, пары. И, кстати, это еще не точное расписание, потому что оно еще будет, наверное, меняться. Плюс нас разделили на группы, поэтому, скорее всего, я еще буду его переделывать и сделаю новое. А тем временем мне уже нужно подключаться к следующей паре. У меня сейчас румынский язык. Только закончился румынский, вот только я написала, мы проходили грамматику, потом обсуждали человеческие качества. Следующая пара у меня в 11:30, это статистика у меня будет, то есть через 10 минут уже. И мы как на первой паре, так и на второй сидели с камерами, на статистике, скорее всего, тоже, потому что мы еще не знаем преподавателя, но должны познакомиться. Вот, короче, я сейчас буду убирать, потом покушаю немножечко. Быстренько. И буду подключаться. И, кстати, забыла сказать, как видите в расписании, у меня сегодня пары до 3. Закончились все пары, сейчас 3 часа, и я буду здесь сначала убирать, а потом буду заниматься своими делами. Честно говоря, я не знаю, если выйдет этот влог, потому что я достаточно редко выкладываю видео с лицом, но если вы смотрите, значит, он все-таки вышел. Thank you.
ж, на этом было все видео. Надеюсь, что вам понравилось. Я сейчас буду заниматься своими делами, монтажом. И хочу с вами уже попрощаться. Всем спасибо за просмотр и до следующего видео. Пока!